Открой портал в мир полезной информации. Город Витебск.бай. Телевидение, радио, онлайн-камеры, товары, услуги, погода, работа, транспорт, курс валют, афиша и многое другое. Твой город в твоем устройстве в любой точке планеты. Город Витебск.бай. Мы работаем для того, чтобы вы были в центре событий. В республике проходит ежегодный конкурс среди средств массовой информации по освещению событий, происходящих в предпринимательской среде на различных уровней, в том числе и местных средств массовой информации. И сегодня мы с удовольствием вручим диплом телекомпании «Наше ТВ» за ту работу, которую она проделывает. Приятно, что наши предприятия становятся лауреатами в различных номинациях при подведении итогов, и предприниматель года, и другие направления. Вот только недавно подведены итоги Республиканской конфедерации предпринимательства, да, в части «Лучший город для бизнеса». В одной из номинаций наше предприятие, наш телеканал «Наше ТВ» стал лауреатом, победителем, да. Я хочу пожелать успехов организации, успехов и профессиональных, и трудовых, и, наверное, больше внимания уделять предпринимательскому сектору, а здесь и успех придет еще раз. Следите за новостями на портале городвитебск.бай. Навыки, профессия, общение и творчество – все это здесь. Образовательный центр «Прометей» – единственное в городе индивидуальное компьютерное обучение от ламера до продвинутого юзера, простейшие офисные программы, компьютерная графика, дизайнерские программы. Обращайся, и мы научим. Что хочешь изучать – выбираешь сам. Когда хочешь изучать – выбираешь сам. Сколько хочешь изучать – выбираешь сам. Начинай, и все получится. Образовательный центр «Прометей» – Ленина, 54, МТС, 645-63-40. Подробности на портале городвитебск.бай. Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года номер 924/16, с 31 декабря 2017 года прием наличных денежных средств и банковских платежных карточек будет осуществляться с установленным на кассовом оборудовании средством контроля налоговых органов. К 31 декабря 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить средства контроля налоговых органов на кассовое оборудование, используемое при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Электронсервис предлагает кассовые аппараты, обеспечивающие работу со средством контроля налоговых органов. Всегда в наличии широкий ассортимент кассовых аппаратов, весов, констоваров. Электронсервис проводит модернизацию работающих кассовых аппаратов с последующей установкой из КНО на кассовое оборудование. В нашей организации заключен договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», что позволяет в кратчайшие сроки установить из КНО на ваш кассовый аппарат. Приглашаем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами установить СКНО на ваше кассовое оборудование. Ждем вас по адресу: город Витебск, улица Терешковой, 7А.